Просьбу о помощи опубликовала в социальных сетях жительница Шымкента. Женщина решила подать заявку на получение обещанных государством 10 соток. Вот только отправить ее так и не смогла. Система выдала уведомление, что землю она якобы уже получила. Но по словам жительницы мегаполиса, участок за ней не числится. Нашла услугу в ЕГОВ, начала подавать заявку. Оказывается, услуга уже выполнена. Подскажите, куда можно обратиться, чтобы выяснить, кто же умудрился воспользоваться моими данными? Дело не в земле, хотя и в ней тоже. ИИНом может воспользоваться любой. В управлении земельных отношений Шымкента говорят, таких обращений поступало немало. Вот только чаще всего оказывается, что положенные сотки людям уже выдали. Через легализацию, там, которая была в 2006-2007 годах, либо через постановление акимата там, в начале 2000-х годов. Но они либо об этом забыли, либо они считали, что этот земельный участок они укупили у граждан каких-то с рук. Но они это приобретали, допустим, в существовании без оформленных документов непосредственно под этот дом. Именно поэтому при покупке жилья специалисты советуют приобретать дома через нотариуса. Он укажет на отсутствие того или иного земельного акта, чтобы не вышло недоразумение. Но земкомовцы не исключают, что система может выдать и ошибку. Также добавили, что посторонние люди, имея на руках лишь ИИН, подать заявление не могут. Когда вы обращаете заявку, вы должны авторизоваться только путем электронной цифровой подписи. Если, конечно, кто-то завладеет его электронной цифровой подписью, тогда действительно могут сделать. Тем, кто уверен, что произошла ошибка и землю не получил, специалисты советуют обратиться в земельные комитеты своего региона или оставить заявку на сайте ЕУТНШ. Если выяснится, что произошел технический сбой, информацию о получении земли аннулируют. И тогда появится возможность встать в очередь на получение заветного участка. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».